Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель» у студії Наталі Гнатенко. Доброї раніці. Сьогодні у Гомелі пройде спеціальне виїзне посідження комісії Всеагульної конфедерації профсоюзу по питаннях ахови праці, екології, здоров'я і соціального забезпечення працюючих. А напередодні його удільники навідали відселені вёски і ознайомилися з соціальною сферою Ветковського району. Олег Сенцеров з подробязностями. У язычнической культуры громыка, имя аховник, лечилося, что яно повинно было застерегать человека от усіх житевых проблем, але у красавіку 86-го гэта прикмета громыки не выратывала. Увогуле, у минулом стагодзе новые громыки сутыкнуліся с двумя великими бедами. Спачатку Великая Айчынная, падчас якой вёска не долечилася 255 человек. Их прозвище захаваліся на мемориале загинувшим землякам. До початку 90-х, калі громыки отсядзілі, сюды заўсёды приносили кветки. Сёння от вёскі засталося некалькі напаўразборных жилых домов и рештки таких капитальных побудов, як клуб и ферма. Подчас ознайомлення с былым населенным пунктом генеральный секретарь Усеагульной конфедерации профсоюзов Владимир Шарбаков узгадывая, как проходило отселение и додае. Зараз головная задача конфедерации – оздоровление насельництва. В пошний час у России и Беларуси створены сучасные медицинские центры. Теперь необходимо заработать их деятельность больше скоординованной, включающий обмен высокотехнологичным обсталеванием. Этой планы, до речи, потримал державный секретарь союзной державы Рыгор Рапота. Мы надеемся, что в ближайшем будущем удастся таким оборудованием оснастить и центры российские, и белорусские. Я Григорий Алексеевич попросил, чтобы создать и достаточно быстро и эффективно использовать новейшие методы, чтобы это была союзная программа России и Беларуси. Кветки до помника оселенным вёскам Ветковского района, как констатация проблем, за кими сутыкнулась эта территория у вынику Чернобыльской катастрофы. Свое основание тут спынили 54 вёски. Разом с тем, размова на Ветковшине не только об минулом, а и перспективах. 30 годов тому у первой Ветковской средней школе училось около 1000 детей, зараз меньше 700. Разом с тем, в последние годы колькость учеников начала увеличиваться, что в школе связывают с будовництвом жилья, замасованием працовных ресурсов и поступовым увеличением колькости шматдетных семей. У школьном музее боевой и працовной славы переличивают былых выпускников, которые стали знакомитыми державными деятелями. Министр замежных справ Советского Союза Андрей Громыко, старшиня Совета министров БССР Владимир Бровиков, старшиня Державного комитета Советского Союза по телебачению и радиовещанию Александр Аксенов. Чернобыль, кажуть, забывать нельга, але необходимо думать и о будущем. Район повинен развиваться, и робить это будут, перш за все, мясцовые жихары. На примере этих людей, их карьеры, их достижений творческих, члены Национальной академии наук БССР, среди наших учеников, мы и воспитываем подрастающее поколение. Есть на чем, на каком примере это делать. И, безусловно, это находит отклик у детей. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Ветковский район. Сегодня Сусветный день здоровья. С этой нагоды пляцовка каля головного корпуса Гомельского державного медицинского колледжа будет перетворена в территорию здоровья. Все желающие смогут отримать от выкладчиков и навученцев рекомендации по ведению здорового ладу життя. Так само тут будет организован пункт вымерения артериального тиску и вызначение индекса массы тела. Все лето увага медицинской громадскости притягнута до темы профилактики и лечения диабета, а тому девиз дня «Здоровья, переможем диабет». Гэтай теме был присвечен и круглый стол, який напередодні прошел у Гомельском державном медицинском колледже. На него были запрошены как ведомые гомельские врачи, так и начинающие молодые специалисты. С каждым годом проблема диабету набывает все большую актуальность. Лічится, что через 10 годов это захворывание станет 7-й по значности причиной смертности. Удельники круглого стола представили свои науковые працы, у яких описали методы профилактики диабета. Попередить хворобу магчыма перш за все, дякуючи здоровому харчаванню, постоянной физической активности и отсутности шкодных звычек. Особливая увага была нададена проблеме захворывания на диабет у детей. Зараз на Гомельщине выявлено каля 400 таких выпадков. Проблема, наверное, не столько это медицинская, сколько проблема и общества, и семьи в целом. Потому что, да, диагноз установлен, да, для этого нужны профессиональные медицинские знания. Но что делать дальше? И поэтому сейчас задача наша – научить семью правильно жить с этим ребенком, правильно его поддерживать, правильно изменить образ жизни всей семьи для того, чтобы ребенок не чувствовал себя особенным, ущербным или не таким, как все.
У Гомельским аблвыканкаме прошел круглый стол по питаниях профилактики семейного недобробыту, негативных зъяв у подлетковом осяроде и гибели детей от внешних причин. Обмерковать проблемы и скласти суместный план по их вырашении собрались представники усіх зацікавленных служб. Як сечит статистика, большинство проблемных семей объединяет то, что батьки у них не имеют постоянного заработка и зловживают спиртными напоями. Так, у минулым годе за недобросумленное выполнение батьковских обязанностей были отобраны дети у больше как 1500 громадян, и только 142 из них были працеулаткованы. Профилактичная деятельность принесла свой плен. Частка батьков выправилась, и 62% детей были вернуты у семьи. А кроме того, у минулым годе наметилась тенденция с скорочение колькости злочинствов, учиненных неполнолетними. Методы профилактичной работы самые разноплановые. Сёлета комиссия по справах неполнолетних аблвыканкама планует реализовать шерох суместных проектов с епархией. Между управлением образования облсполкома и нашей религиозной организации Белорусской Православной Церкви подписаны соглашения, которые направлены на духовное воспитание нашего подрастающего поколения. Мы со своими трудными подростками, обычно это в летний период, каникулярный, посещаем церкви, посещаем, соответственно, монастыри для того, чтобы детям привить какую-то духовную нравственность. Сегодня у Гомеля протягнется 9-й международный форум по добраупорядкованию и озеленению школьной территории. И он организован на базе средней школы номер 60, куда приехали представники установ адукации с Речицы, Бранска и Чернигова. И они обменялись опытом, а кульминацией встречи стала закладка «Аллеи сябровства». Добраупорядкування школьної території – перший крок у добраупорядкуванні країни. Такі слова уже довгий час з'являються девізом наставників і навученців середньої школи номер 60 города Гомеля. Активно до робот приступили на початку 2000-х. На даний момент уже 7 разів отримували перемогу у городському конкурсі по зеленінні серед установ адукації. За кожним класом у нас закріплена определенна територія. В течение года ми підтримуємо вместе з дітьми цю чистоту на нашій території. І в итоге, когда начинается лето, у нас есть определенные зеленые патрули, такие, которые ведут полив, удобрения и так далее, подконку наших вот этих растений. С тягом часу проект по добраупорядкованию начал набывать международный статус. У школы появились побратимы у России и Украине, с якими наставники активно налаживают сотрудничество в этой сфере. Обмен опытом протягнулся и сёлета. Замежные гости высоко оценили порядок на территории установы адукации. Было отмечено, что такую частину на протягу года подтримливают сами навученцы. Кульминацией встречи стала высадка новых рослин на аллее сябровства. Мы вот второй раз уже сажаем деревья на территории школы 60. Мы тоже привезли в подарок дерево ТИС. Посадят его на... У них есть ландшафт вот специально здесь справа. Мы восторгаемся чистотой города Гомеля, потому что я была в Беларуси еще только в Могилеве. И вот все территории приехали в апреле. Ну, скажу честно, у нас еще в Брянске такой чистоты нет. Дмитрий Котов, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Его ведают, запрашивают и чекают. Сегодня у студии передачи «Добрый вечер, Гомель» говорка пойдет про заслуженный аматорский коллектив Республики Беларусь «Цирк имя Валерия Абеля» державной установы Палац культуры «Костюковка», который 3 красовика значил 55-годовый юбилей. Гостями студии станут представники цирковой династии Абель. Яны расскажут об тем, как начиналась история цирка под керавництвом Валерия Абеля. Який он был у житті и как отрымливалось издивлять глядачов уласными иллюзионными фокусами. Расскажут гости студии и об тем, как развивается цирк сегодня под керавництвом дочки артиста Татьяны Абель. Глядите передачу «Добрый вечер, Гомель» сегодня у 19:30 на телеканале «Беларусь 4». Гомельский городский молодежный театр и Гродинский областный драматичный театр проведут обменные гастроли. Артисты представят у гостях спектакли для дорослых и детей. Подробности в нашем наступном сюжете.
За 12 по 14 красавіка артисты Гродзенскага областного драматичного театра будут находиться на гастролях у Гомелі. Апошний раз яны выступали у городе над Сожем каля 10 годов тому. Заслуженный коллектив Республики Беларусь широко вядомы у нашей краине и за ее межами. У Гомелі гродзенские артисты представят одразу 3 спектакли. Нас чекает дитячая постановка «Жили-были две лисички», история про сябровство и взаимодопомогу, узор французской комедии «Незаконное уварвание» и гумористичный спектакль «Боинг-Боинг» про молодого лавеласа, який заводит роман одразу с трьома стюардессами. Вот такие вот интересные работы привозят к нам Гродненский театр. И мы очень надеемся, что жителям нашего города будет очень интересно творчество наших коллег из Гродно. Мы уезжаем на гастроли в Гродно 19 апреля и везем к ним наши спектакли «Семейный портрет с посторонним», «Школа лавеласов» и «Женщина ждет» или «Исповедь эгоистки». Что тычется гастрольной деятельности артистов Гомельского городского молодежного театра, сёлета она вельми насыщенная. У лютым актеры выступали у Витебску, у Соковику, у Могилеве. Зараз яны збираются на гастроли у Гродно, а у червени плануют отправиться на фестиваль у Москву. Не глядяши на такий активный гастрольный график, творчая трупа завсёды поспевая радовать и гамельчан цікавыми премьерными проектами. Яков Васильевич Натапов будет ставить 2 премьеры. Спектакль будет называться «Игры и забавы». Это по пьесе Володина «С любимыми не расставайтесь». Следующий спектакль опять ставит Натапов. Это к дате Чернобыля белорусский драматург Дударев, пьеса «Сияние». Но это не будет скучный спектакль. Этот спектакль может жить и вне чернобыльской тематики. Так что мы с нетерпением будем ждать зрителя. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Старажитную чудотворную святыню доставили у Гомель. Образ Божьей Матери Скоропослушницы доступны для поклонения верникам у храме, який находится на скрыжевании улиц Яфремова и Сухого. Сведками прибытия иконы стали наши корреспонденты. У храм иконы Божьей Матери Скоропослушницы доставили одноименный чудотворный образ. По исторических звестках, ему 111 годов. За этот период было зафиксовано множество чудотворений, у тым лику и у сучасные дни. У город над Сожем святыню доставили из вёски Дубровка Добрского района. У Гомеля я ее сустрел епископ Гомельский и Жлобинский Стефан. У нас принято такое решение, что каждый год Великим постом этот образ на несколько дней, то есть на 2 недели, будет приезжать в город Гомель, чтобы и гомельчане могли тоже поклониться и принести свои добрые, благие дела, добрые намерения перед этим образом, попросить Божью Матерь о заступничестве и о детках, и о семье, и о нашей Родине. Лечится, что скоропослушница позбавляет от хвороб. Батьки молятся иконникам оборонить своих детей от неприемностей. Звертаются до образа и за парадами. Со своими просьбами и молитвами. У первый день знаходжения святыни в Гомеле прикластися до ее пришли десятки верников. У меня 3 детей, 6 внуков и 2 правнука. Вот о благополучии их чад всегда сбывается, когда веришь. Главное, надо верить. Поклониться святыне можно с 8 годин раницы до 8 годин вечера. У Гомеля она будет находиться до 22 красавіка. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадокомпания «Гомель». У Гомельском палацово-парковом ансамбле отбылась масштабная штогодовая экологичная акция «Усе птушки у гости до нас». Ее примерковали до Международного дня птушек. Подчас проведения акции усе жадающие смогли весело провести час у вясновым парку, поудельничать у конкурсах и викторинах, отримать асалоду от концертных номеров и доведаться шмат новых цікавых фактов про житё птушек. Гомельский палацово-парковый ансамбль является не только уникальной историко-культурной каштовностью, якая оховывается державой, але и наибогатейшим помником природы республиканского значения. Тут размещены редкие виды расследного и живельного свету. Одни из самых дивных по своей прогажости насельников Гомельского парку – лебеди. 3 белые птушки с надыходом весны были вернуты у родную гомельскую сажалку. Сведками запуску сюды пары редких для Беларуси черных лебедей, якія были набыты у Бобруйску, стали все удельники экологичной акции. У ближайший час чекается привоз у Гомель еще 2 птушек с Гродинского зоопарка. Дарэчы, первые лебеди в Гомельском парку з'явились еще при князе Паскевичи. Тады их тут наличивалось каля 12 птушек. Варто отзначить, поступово эту историчную традицию в Гомельском палацово-парковом ансамбле плануется обновить. И это был апошний сюжет выпуску. В студии працавала Наталья Ігнатенко. Я и мои коллеги ожидаем вам пленного дня. До новых встреч в эфире.